Задержание псевдоминера. В среду вечером хулиган сообщил о наличии взрывчатки в продуктовом магазине. Вызов оказался ложным. Через несколько часов полицейские задержали анонимного смельчака, который к тому же был пьяным. 47-летний одессит сознался, что таким образом хотел отомстить охране супермаркета, которая не пускала его в магазин. Я выпил с горла эту водку от конфликта. Ну, сбил стресс, у меня сейчас 3 промилля. Я вообще не бухарик, я это самое, не конченый человек. И вот это вот, он на меня, короче, закатил, наверное, зуб. А я испытывал эту неприязнь к нему, по-человечески, к этому редиске. Я что делаю? Звоню в полицию и говорю, я заминировал магазин. Зачем? За печкой. Наразі за фактом неправдивого повідомлення про загрозу безпеці громадян розпочато кримінальне провадження, передбачене частиною 1 статті 259 Кримінального кодексу України. Правопорушника затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.